после матча с Уралом на ЦСКА ТВ Сергей Пряхин. Сергей, с победой, с забитым голом, как оценишь игру? Спасибо большое за поздравления. Ну, Урал с первых минут начали с прессинга, у нас было очень много ошибок, пропустили гол, но потом взяли игру под свой контроль, забили сразу в первом тайме 3, и, в принципе, просто оставалось доиграть игру без ошибок, без пропущенных голов, так и получилось. А пропущенный мяч – это больше следствие прессинга или, может быть, каких-то наших ошибок индивидуальных? Ну, думаю, ошибок, скорее всего, потому что не вошли в игру, первые 20 минут постоянно теряли, и позиции, не успевали на своих позициях добегать. В принципе, просто сделали подачу, и там не разобрались, и нам забили. Собственно, наше восхождение началось с твоего забитого мяча. Вспомни, пожалуйста, эпизод. Принял решение пробить. Насколько был уверен в том, что поразишь ворота? Ну, таких моментов у меня уже с каждой игрой больше. Уже даже половина, считай, моих голов, они все одинаковые. Постоянно перевод с центра на фланг. И просто попал, считай, по центру над вратарем и забил. Все. Как объяснишь, что Владислав Яковлев третий матч подряд с Уралом забивает по 2 мяча? Ну, конечно, лучше бы, чтобы Локомотив и Зенита забивал. Но думаю, его команда. Надеюсь, потом еще забьет. Пока Локомотив Зенит впереди, наши ожидания от концовки, во-первых, этого календарного года и от весенней стадии турнира. Ну, нам надо просто эти две игры доиграть с 6 очками, не делать глупых ошибок, не придумать ничего, просто выиграть эти две игры и все. Думаю, там ждать ошибок Зенита и Локомотива. И все.